ребят, сегодня у нас воскресенье, снимаем влог. Вчера отмечали день рождения, сразу два. Влог я не снимала, так как были гости у нас целый день. Вот, поэтому было не до влога. В пятницу я тоже не снимала, потому что практически весь день я провела на кухне. Пекла торты, замучилась с ними, устала. В принципе, особо снимать нечего было, только так как я торты пеку. Это вообще, в общем. Это красный бархат. Не получился он у меня прям красный. Такой кирпичный цвет вместо красного, но очень вкусный. Такой нежный, не сухой. Это медовик, все, что от него осталось. Тут кто-то уже поковырял. Медовик я делала на заварном креме с карамелью. Варила карамель первый раз сама. Вроде получилось. В общем, пропиточка такая была с карамелью и заварной крем. Ну, всем понравилось. Было очень вкусно. Это сейчас мы будем завтракать с тортиком пить чай. Чем будем заниматься, еще пока не знаю. Ты тоже в футбол пойдешь играть? Давайте сначала поедим, а потом пойдете куда хотите, хорошо? Так, ладно. Буду я собирать на стол. Филюшка, ты посмотри на него. Ну что это такое? А, Филь, ты что, такой несерьезный мальчик? Кофе я бы его сделала. Смотрите, как она красиво получилась. Лемкой. Трехцветная. Он не выспался, бедный, за всю ночь. Или вилочки. Мы не пойдем на улицу. Пойдем гулять. У меня такая косточка классная. Дай косточку. Дай. Косточку ей купили. Смотрите, она ее всю жизнь будет грызть. На, держи. Держи косточку свою. На, держи. На, держи. Держи. Вот так. Пойдем гулять. Тут хорошо так. Тепло на улице. Я буду держать. Вот так вот я держу. Я не могу. А, я упаду. Ты с одной рукой не можешь держать. Маргу Хейф. Мама, я что-то подумала. Я не держала. Я не могу одной рукой держать. Давай вот так. Тренировка. Мама, я не достаю. Ну, так у тебя в ней папа сможет залезть, наверное. Да. Ты на всю, что ли, подняла? Угу. Ничего себе. Каролина сидит, страшилки смотрит какие-то. Тебе не страшно? Нет? Смешно? Всякие разные там страшилки для Хэллоуина. Ксюша, ты прям с этим полотенцем. Давай. Сюда езжай. Развлекает нас Ксюша. Ксюша экспериментирует. Тут ты сейчас точно там ляжешь где-нибудь на траве. Не управляет? Носки мокрые у тебя уже, король Ксюша. Мам. Что, неудобно с вывернутым рулем? Нет. Не рулит, да? О, научилась. Ты говоришь, нельзя. Ай, Ксюша. Сейчас поломаете компьютер. Солнышко сегодня такое хорошее. Хорошее. Вообще-то передавали дождь. Да. Нехорошая, сказала моя. Ну я же Эллоуин смотрела. Сейчас он упадет. Ксения. Повесим туда на диванчик. Ксения. Повесим на диванчик. Ну упадет оттуда. Не упадет. Ксюша, это бабушкина тачка. Моя теперь. Нет.
дорогу, дорогу. Ксюша. Фу! Мама, тут очень много муравей. Угу. Ксюша, на носки посмотри. Ксения. Ксения, на носки посмотри, пожалуйста. Покажи носки. Носки покажи. Бабушка использует, но только не так, как ты. Так, мы же в школу пошли. Ты что заскрипела? Назад чуть опрокиньте. Жопа мокрая. Ой, испачкала. Мама пуля бьет. Это что такое? Там. Это муравьи, это их домик. Ксюша, я знала, что она упадет. Сама подбирает. Найс, класс. Ой, хорошее начало дня. Какашки. Это какашка. А что это такое? Иди помой. Ты откуда у тебя опять конфеты? А? Ты вчера не доела, что ли? Нет. Нужно завтракать, а не конфету есть. С утра пораньше. Расчесывалась или нет? Ты не расчесывалась. У тебя петухи. Носочки нужно надеть обязательно. Мы вышли погулять немножко, в мячик поиграть. Надеюсь, там травка не сильно мокрая, а то я надела такие тапочки белые. Я что-то не подумала вообще. Скорее всего, мокрая. Да, мокрая травка. Мокрая-мокрая травка и грязь. Как у нас. Так что пойдемте вон туда на асфальт. Грязь, как у нас. Грязь, как у нас? Да. Да. Всегда на носок. Здесь, да, здесь невозможно играть. Нет. Потом... Пойдем лучше туда, на асфальте поиграем. Угу. А то мы сейчас все извозюкаемся. Я уже тут... Травка зеленая такая, хорошая. Как вода. Да, осторожно ходи. Вот здесь можно поиграть. Тут такую решетку поставили. Раньше не было решетки, потому что здесь играют в хоккей, чтобы не улетало туда на поле, да и мяч, чтобы сюда не прилетал. Уай! Чуть меня не пропечатал. Кстати, здесь вот интересно, положили новый асфальт, и потом он начал трескаться. Видите, и теперь замазали трещины. Хотя асфальт новый-новый. Какую-то ошибку, видимо, совершили. Оу! Гол! Все жарко. Давай, забивай гол. Ну, там очень маленький. Нормальный. Давай, давай. Ой, не в ту сторону. Ты что снимаешь? Thank you.
Сейчас мы с улицы. Папа там делает уроки с Каролиной с Максом. Вот. Я не знаю, что я готовлю. Вот хочу овощи потушить, какие у меня остались. Нужно вообще туда за продуктами поехать. Лук, морковка, перчик. Макарошки у меня есть и рис. Все сделала? Ну, видишь, как быстро. А ты не хотела. Раз, два и готово. А тебе телефон дай. Все, соус у меня готов. Я еще добавила сюда сливки. И еще этот там крахмал, чтобы вот такой вот соус был густой. Так, тут макарошки греются. Здесь у меня рис. Все, там кто-то захочет рис, кто-то макароны и салатик. Папа нам тут еще решил картошечку фри пожарить. Так, закрепить наш ужин, да? А потом ты будешь готовить, да? Нет, уже все. Мы уже покушали. Ну, как поздно? Уже полшестого? Мы уже поужинали, считай. Нужно все убрать. И все. А в трамплин? Потом идти мыться. Папа, и спать. Решила немножко сделать подлиннее ногти. Не знаю, как буду ходить. Надоест, не надоест. Надоест или не надоест, но если что, спилю. Доедаем тортик. Так, там вышел... Маргарита вышла с душа? Иди посмотри, если вышла, идите мыться. Доедаем наш тортик. Она еще там. Еще там? Давай, скажи, нас много мыться надо. Давайте. Для кого? Рюкзак собрал. Для кого? Не знаю. Папа, про кем если... Ты ел этот торт и не доел. Если... Макс, ой, ты ел этот тортик и не доел вот этот кусочек. Это мило. Пап. Можно спать смотри. Уже? Идем. Чего? Чего такое? Ихандас так шик. Смотри, Маргарита всегда вот так вот фотки делает. Нет. Она с Максом фотографировалась вот так. Нет. Мама, смотри, просто фотографировали. Нет, другая фотка была. Это Ксюша фотографируется так. Нет, так Маргарита фотографируется. Я сейчас повторила ее. Да, конечно. Мама. Так, все. Пойдем спать. Так, все, сейчас я папу позову, Макси. Макс, сейчас папа придет уже. Он в кровать быстрее. Неси. Это не для этого же. Ну что, мои ожидания не оправдались. Не смогла я себе сделать такой маникюр, который хотела. Первый раз за всю историю моих ногтей я себе сделала ногти. Красного цвета. Не знаю почему, мне захотелось красный. Вроде и нравится, вроде и как-то непривычно. Не знаю, с такими ногтями яркими. Посмотрим, насколько мне хватит. Я забыла про собаку. Собака на улице. Привет, заходи. Ну, совсем недолго, она, наверное, минут 10 там была. Поэтому ничего страшного. Да? Погуляем-то немножко. Да, Бунчик? Погуляла немножко. Все, спать идем. Ава. Так что, ребята, на сегодня все. Всем пока. И увидимся в следующем видео. Пока. Я отдыхать. Я уже устала. Хотя время уже без 20:11. Все, на сегодня хватит.